Ха-ха-ха, твой монстр долго не протянет. Тебе конец, Амикаска. Можно я прихлопну этого клопа? Никак нет. Отправляйся на помощь Фердинанду. Останови демона. После этой битвы я лично отправлю тебя на переплавку. Лучше не сопротивляйся. Я здесь для того, чтобы остудить твою горячую голову, демон. Тебе не сломить мой дух. Это смешно. Ты не в силах даже пробить мою броню. Твой профессор сегодня погибнет. Не стоило меня злить, захватчик. Получи залп. А меня не так просто остановить, правда, ватник? Дальше ты не пройдешь, герои стоят до последнего. А это еще что за Франкенштейн? Как тебя зовут, американская вундервафля? Демонам слова я не давал. Я Дориан, я заставлю тебя замолчать навеки. Нам нельзя терять время попусту и сидеть сложа руки, пока наши парни сражаются на передовой. Абсолютно с тобой согласен, но у нас на исходе практически все виды ресурсов. Чем мы сможем заняться? Но у нас ведь полон склад запасных частей к нашим монстрам. Что если из них смастерить гиганта? Это плохая идея. Ничего хорошего из этого не выйдет. Готов побиться с тобой об заклад, что создам достойного гиганта. Что скажешь? По рукам. Приступай, братишка. Я тут немного накидал чертежей. Взглянешь опытным глазом, брат? Мне нечего добавить. Франкенштейн будет годный. И как быть с недостающими модулями? Их нам придется изготовить из последних запасов стали. Наши инженеры справятся с задачей. Практически вся сталь ушла на эти детали. Ты уверен, что все получится? Он еще с лихвой себя окупит. Вот увидишь. Ты готов, МС-1, увидеть советского Франкенштейна? Ну же, удиви меня своим проектом. Настал час расплаты. Живым тебе не уйти. Прими смерть достойно. Я сам угодил в эту ловушку. Теперь в одиночку попробую выбраться. Дориана нужно спасать. В адских землях он долго не протянет. Какие у тебя идеи? Мы заручимся поддержкой нефритовых стражей и отправим на поиски советского капута. Заряжайте БК, а я свяжусь с Рагером. Живым
Живым я вам не сдамся, я не из робкого десятка. Тебе конец, Дориан. Нам понадобится очень много красных алмазов, но результат превзойдет все ожидания. Я обещаю, что раздобуду нужное количество алмазов. Я опустошу все шахты. Выглядит внушительно. Можем приступать к созданию. Не будем терять время. Эта война никогда не закончится. Нам не победить Левиафана. Он захватит всю планету. Отставить панику, союзник. Давай лучше займемся совместной разработкой новых видов вооружения. Для начала нужно вернуть наших погоней с поля битвы. Гатте пора вернуть в строй. Химарс, для тебя будет задание. Верни тело Ратте на завод. Нам не по силам бесконечно усиливать броню и увеличивать калибр орудий. Нужно что-то кардинально новое. А что если создать ракеты, способные уничтожать врага на большой дальности? Взгляни на мои чертежи. А это хорошая идея. Мне нравится ход твоих мыслей. Это то, чем мы сможем удивить наших врагов на поле битвы. Демонтируем все детали и приступаем к ремонту. Латайте все дыры. Время на вес золота. Пусковая уже практически готова. Ну что, Гатте, с возвращением. Сегодня мы пока качаем твою огневую мощь. Ты не против? Настоящий воин не может отказаться от прокачки. Разумеется, я за. Скоро запахнет жареными демонами.